Как будем в этом году праздновать Новый год, узнаешь через пару мгновений. Cum putem sărbători în acest an? Ne spune Organizația Mondială a Sănătății, care recomandă să petrecem sărbătorile de iarnă online, un Crăciun în grup restrâns, fără o mare reuniune de familie, este fără îndoială cea mai bună opțiune pe timp de pandemie pentru majoritatea țărilor. Potrivit specialiștilor, o celebrare online ar putea fi o soluție. Chiar dacă nu poți sărbători împreună anul acesta, puteți găsi mijloace de a sărbători când această pandemie se va sfârși, spun specialiștii. De ce trebuie să apelăm la mediul online de a ciocni șampania prin monitor? Я даже не знаю, как относиться к этой новости. Это хорошо или плохо? Ну, хороший совет или плохой? Потому что, да, карантин, не надо выходить лишний раз. Но с другой стороны, как Новый год встретишь, так его и проведешь. За компом, как и всегда. Как, в принципе, и провожу, да. Но, на самом деле, не хочется еще один год так проводить. Так же провести, да. А ну, меня, ну, когда нам хотелось, скимбам чева. А ну, меня, ну, когда Сережа здесь, как гата, ну, май ставим фаца на калькулятор, ша ич се импун рестрикций. Ну, можно, да, можно же не ограничиваться компьютером. Есть же телефоны, планшеты. То есть можно разнообразно провести Новый год. А можно на балкон выйти и кричать на весь двор с Новым годом. Да, ну, на самом деле, сейчас такая эпоха, когда все переходит в онлайн. Вчера вот даже была история о том, что роды принимали уже по телефону. Да. Но вообще, интересно, как бы теперь выглядел в таких реалиях сюжет фильма «Ирония судьбы». Ну вот мужик пил по скайпу с друзьями, сильно напился, потом случайно зашел в чужую зум-конференцию, там уснул, и начинается какая-то история странная, да. Слушай, интересно, а еще много других таких фильмов. И других фильмов, да, новогодних. Ой, гадость этот ваш Wi-Fi. Три деления. Начни день весело.